Накануне во всем мире отмечался Всемирный день неправительственных организаций, или НПО. По случаю праздничной даты в Караганде прошло собрание с участием представителей этой сферы. Подробнее в следующем сюжете. Сотня неправительственных организаций. Такая численность НПО на сегодня в Карагандинской области. Они занимаются вопросами молодежной политики, заботятся о гражданах из социально уязвимых слоев населения, активно ратуют за здоровый образ жизни. И это далеко не все. В данном мероприятии участвуют у нас некоторые НПО, которые были у истоков движения. Основной партнер в лице управления внутренней политики Карагандинской области. Организации, которые вносят вклад в развитие гражданского общества, которые работают, которые в разных направлениях, разных сферах деятельности помогают нашему обществу становиться лучше. Это и как ветераны движения, так и достаточно молодые организации, но те организации, которые, рука об руку идут и строят что-то лучшее под нашим единым шинраком Республики Казахстан. Участники круглого стола обсудили насущные вопросы развития НПО в регионе, а также подняли темы, которые входят в сферу интересов неправительственных организаций. В числе прочего, участники мероприятия обсудили вопрос соблюдения прав детей. Приоритеты НПО – обеспечение незыблемости суверенитета и территориальной целостности страны, защита прав и интересов граждан Казахстана, создание благоприятных внешних условий для устойчивого экономического роста. Проводя сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, сегодня Казахстан защищает национальные интересы и решает стоящие перед нами стратегические задачи. И роль НПО в этом огромна. В Казахстане в настоящее время зарегистрировано свыше 23 тысяч НПО, из них 18 тысяч или 78% действующие. Большая часть из них базируется в Алматы, Астане, Шымкенте, а также в Карагандинской и Кызылординской областях. Они охватывают широкий спектр вопросов общественного развития по разным направлениям. Роберт Граф, Николай Шевелев, Пятый канал.